У вас є прихильники серед шоуменів і музикантів, там в тому числі. І от один із них, Беспалов, зняв з вами кліп, який ця пісня буде йти на національний відбір на Євробачення, так? Розкажіть просто, як це все відбулося, що це за проєкт? Ну, ми були абсолютно не знайомі з ним. От видите, із-за того, що у мене 5 тисяч друзів, вот один из них, вот, он, когда он написал песню, он вообще очень музыкальный человек, у него цыганские корни, ему где-то 30, по-моему, лет. А, ну, цыгане, они очень музыкальные. И он пишет эту песню. И он, когда написал песню, он не знал, что потом появлюсь я. Если бы он знал, может, что-то другое бы написал. Но вот когда песня такая была, она чуть-чуть провокационная, Пусси джус. Знаете, как это так, переводится? Ну, я разумею, да, как це... переводится, знаете? Оргазм это переводится. Да. Це, да. Я разумею, это такие сленговые, да, пусси. Да, значит, ну там сок и плюс да. Кошка. Да, киска, да. В общем, короче, когда ему посоветовали ко мне обратиться, он, я говорю, ну ради бога, какие проблемы. Don't touch me, baby, I'm not your shoes. I wouldn't drink your pussy juice. I have nothing to lose. I see a danger in your body moves. Don't touch me, baby, I'm not your shoes. I wouldn't drink your pussy juice. I have nothing to lose. И вот это же он сам все, он сам написал песню, сам придумал сюжет клипа, сам снял, без чьей-то помощи. То есть он как бы человек не богатый, но когда человек он, как бы загорелся чем-то, он такая немножко, ну, он использовал меня, потому что я же, видите, я так загораю, почти раздетая. И также он в клипе это мы все и сняли так примерно. Ну, я не знаю, чем это закончится отбор, потому что я не верю в этих наших жюри в это. Ну, это же кто там, два телеканала, да? Але якщо ви пройдете в, ну, якщо та пісня взагалі пройде в відбір, ви будете брати участь, ну, там на сцені з ним, от, ну, це планується, да.